Здравствуйте, мои уважаемые подписчики. Вот бывает такая ситуация, что залазишь в морозилку, открываешь морозилку и смотришь и думаешь, что бы мне из этой морозилки взять, чтобы приготовить. И бывает такое, что есть что взять, а бывает, что нечего. Вот сегодня я открыла, была у меня курица, груднина, но мне как-то не хотелось. И я нашла там вот такое вот свиное сердце. Вот. Как обычно, в морозилку я отправляю уже все чистое, помытое. Я его сварила в мультиварке, 2 часа варила. Можно варить в обыкновенной кастрюле, как хотите. Я никогда не практиковала варить что-то на бульоне, борщ, суп. Но я думаю, что это возможно сделать. И сегодня я буду готовить, вы уже поняли, блюдо из сердца. Оно небольшое, граммов 200, в общем, оно весит, вот уже готовое. Сейчас вот так его разрежу пополам. И если вы будете использовать для потрибки, ну, для ливера, тогда вот эти вот хрящики не срезаются. Вот эти каналы, или как они правильно называются, они делают рыхлыми потрибку, саму начинку. Ну, а я, конечно, это все срежу. Так, ну что, давайте вот так переложим. Бульона много, это не страшно, все равно мы добавим тогда. Вот на основании вот этого бульона сердечного мы сварим кашу булгур. Так, обрезаю. Вот это вот не надо. Только проварив 2 часа, вы получите результат, который вот действительно нужен. Это мартыну. Нарезаю. Я нарезаю вот такими вот соломкой такой. А вы смотрите сами. Я поставила сковородку, налила туда буквально столовую ложку растительного масла и отправляю сердце. Нас здесь с этим сердцем открывать не будем. Смотрите, много жира не надо лить. Зачем нам жир? Обжариваем до слегка такой, знаете, корочки. И нарезаю луковицу одну. И вот такой болгарский перец. И добавлю чуть-чуть морковки. У меня есть замороженная. Чуть-чуть, вот буквально такую щепоточку. Мы должны сейчас приготовить сердце с овощами. А потом добавим кашу. Лук буду нарезать тоже вот полукольцом. Не сильно тонко, где-то 5 мм ширина. Чтобы и лук, и овощи не потерялись. Морковку лучше тоже нарезать, а не натирать. Я уже говорила много раз, что мне больше нравится морковь, когда она нарезана соломкой или мельче, чем соломка, чем натертая. Потому что натертая она сразу теряет весь сок. Так, отправляю это все к сердцу. Добавила немножко огня. И нарезаю вот перец у меня не сильно большой. Не отходя, как говорится, от кассы. Нарезаю вот такими вот дольками. Добавила немножко масла растительное. Вот с морозилки морковка, о которой я вам говорила. Беру щепоточку вот морковочки. Это уже отправляю на сковороду. Добавляю сюда. Видите, какая красивая цветовая гамма. То есть у меня такие овощи. Что у меня дома есть, то и добавляю. Тем более уже осень, поздняя осень. Я когда варила, не солила сердце. Вы можете посолить, добавляя немножечко огня. Смотрите, как красиво. Теперь посолить нужно. Специи, ну, я здесь не перебарщиваю. Здесь я добавляю только перец черный молотый. И все, паприка даст свой цвет. И можно зубчик чесночка, не помешает. Потому что сердце, честно скажу, вот субпродукты, они имеют какой-то чуть-чуть такой запах, ну, непривычный для нас. Чеснок и можно добавить чуть-чуть мускатного ореха, что я и сделаю. У меня мускатный орех, специально такая терочка к нему шла. И вот так вот прямо сюда натру мускатного ореха. Ну, не переборщите, где-то вот на кончике чайной ложечки. Да, на... Ой, какой аромат сразу пошел. Если я добавлю сюда кориандра или кинзы зеленый, это будет восточное блюдо ближе, а мне нужно просто обыкновенное сердце тушеное. О, все, очень приятный такой аромат. Накрываю крышечкой, пусть немножечко
буквально пару минут, и за это время помойте кашу. Булгур, гречку, рис, что вы будете добавлять? Знаете, я думала, это у меня булгур стоит, а это нет, это крупа пшеничная, артек, я ее просто обожаю. Сейчас я возьму, ну, где-то на это количество стакан артека и хорошо промою. Вот так будет выглядеть ваша каша. Вы можете использовать, еще раз повторюсь, рис, гречку, булгур, что у вас есть, чечевицу, фасоль, любую крупу вы можете использовать. Так, возвращаемся к плите. Так как сердце у меня уже вареное, оно готовое, я не буду его доливать сюда воды и тушить. Зачем? Не надо. Я вам советую все-таки проварить, а потом вот так вот обжарить, потому что очень долго у вас оно будет тушиться, 2 часа. Это очень долго. Из этих овощей уже ничего толку не будет. Так, теперь высыпаю вот как по типу плова. Ну, мы перемешаем. Сразу высыпаю сюда крупу. И вот так вот еще не размешивая, крупу нужно присолить. Самый простой рецепт, самый простой, но он вкусный. И одним сердечком вы сможете обед накрыть для всей своей семьи. Так, теперь я аккуратненько процежу бульон, сердечный бульон. Вот эта вот крупа, которая у меня здесь была, я ее смываю. И вот так вот наливаю. Видите, как у нас получилось? Бульон пока не выливаете, тот, что у вас в кастрюле. Перемешиваем кашку, добавляем огонь. Красиво, правда? Без зелени, без ничего. Закипит. Убавляем огонь. То есть, смотрите, у нас получился как такой, как густой-густой суп. Не то, что там у нас внизу упали овощи, сердце и каша. У нас все вместе. То есть, жидкости сколько. Сейчас сразу попробуйте. Потому что все у нас кипяченое. Пробовать можно. Я бульоном залила сердечным. Соль. И специи. Очень вкусно. Все прямо мы угадали с вами. Отлично. Так. Видите, начинает закипать. Прикручиваю. Накрываю крышкой. Ну, эта крышка, наверное, у меня будет, да, маловато сейчас. Я возьму побольше. И оставляем вариться минут 10-15, пока у нас каша полностью приготовится. В процессе варки заглядывайте, перемешивайте, потому что каша втянет в себя весь бульон, чтобы у вас не подгорело. Если вы видите, что каша сырая... О чем я вам говорила? Смотрите, вот уже видно, что... Каша, сердце. А вот я поднимаю, видите, уже нет у нас жидкости. Поэтому вот так нужно поднять, чтобы не приставало. И сюда налить бульончика, вот по чуть-чуть. Так. И перемешиваем, потому что каша быстро, уже мы же не в котелке готовим. Каша быстро хватается. Вот это нужно вовремя сделать, чтобы не пристало. Вот пускайте сюда вот такие канальчики. Так, теперь сделаем вот здесь посередине дырочку и нальем сюда, как в курник бульона. И тоже вот так вот приподнимаем осторожно, хорошей ложечкой. Все. У меня артек варится быстро-быстро. Видите, все, здесь уже легко отходит от сковородки. Буквально еще пару минут, закипит пару минут, и можно выключать. Потому что артек – это каша, которая готовится очень-очень быстро. Мелкий помол. Вот сюда чуть-чуть еще сейчас налью бульончика. Вот так. Распределяем этот бульон. И все, видите? Вот сюда смотрите. Ничего не пристает, ничего. Отлично по дну сковородки проходит лопатка. Вы должны сейчас все перемешать, чтобы нигде каша ко дну не пристала, чтобы попал туда бульон новый. И все, закипает, выключаем и настаиваем. Вы видите, кипит, вот, бульбашки. Не открывая крышку, выключаю огонь и все. И пусть вот так вот накрыто под крышкой наше блюдо постоит минут 15. Успокоятся все соки, успокоится все движение, вся влага уйдет в кашу.
И мы потом попробуем. Так, ну что, смотрите, у меня каша прямо полностью остыла. Смотрите, как все получилось красивенько. Вот я сейчас возьму в тарелочку. Можно прямо со сковородки. Перемудривая. Просто вот бальзамиком полила. Бальзамик кисло-сладкий подойдет сюда очень хорошо. Когда я выкладывала в колечко, вот смотрите, у меня здесь кусочек сердечка выпал. Давайте попробуем. Мягенькая. Запаха никакого нет. Очень приятная. Ну и каша. Вот смотрите, я кольцо немножко как бы спрессовывала. Посмотрите, какая кашка прекрасная. Видно вам? Фокус взялся, да? Давайте пробовать. Ну, понятно, что подавайте с каким-то соусом, подавайте с кетчупом, подавайте с чем угодно. Можете салат овощной, можете квашеную капусту, что хотите. Очень вкусно, доступно, недорого. Так что готовьте. Бывают такие ситуации, что в холодильнике кроме сердца ничего больше нету. А из сердца можно приготовить вот такой вот прекрасный ужин. Обед. Хорошо, пусть будет обед. До свидания. До новых встреч.